Пищевое отравление стало причиной госпитализации нескольких десятков участников молодежного форума «Селигер-2014», который проходит в Тверской области. Принимает участие в форуме делегации из нашего округа. С ребятами все хорошо, никто из них не отравился. Мы связались с участницей форума Светланой Балашовой. Делегация от Ленинского автономного округа приехала на Селигеры рано утром 20 июля. В связи с определенными правилами въезда мы смогли зайти на территорию форума только около полудня. Поэтому мы попали только на обед. На обед нам досталась только греча, а кому-то из ребят макароны. И вот в связи с тем, что они попробовали эти макароны, и они отравились. Около 130 человек попало в больницу. Но старше все в порядке. Они бодры, веселы. Мне сейчас случалось. Все хорошо. Готовы получить новых знаний. Напомню, Селигер – молодежный образовательный форум. Он проводится ежегодно с 2005 года на озере Селигер в Тверской области и представляет собой палаточный лагерь. Участники Селигера получают дополнительное образование, встречаются с известными политиками, учеными, бизнесменами, журналистами, артистами. Форум традиционно посещают первые лица государства. Ключевой темой юбилейного Селигера в этом году стали русская культура и русский язык. От Ненецкого округа участие в форуме принимает делегация в количестве 11 человек. Три человека поехали в рамках программы «Молодежь». Один человек поехал в рамках средств Общественной молодежной палаты Ненецкого автономного округа. Пять человек поехали в рамках средств гранта, выигранные организациями «Все дома» в управлении информсвязи. И два человека поехали за свой счет. Им очень хотелось на Селигер, не нашли им финансирование, они поехали сами.